Два друга, не разлей вода, Изя и Фима. Дружат вместе с детства, с первого класса вместе сидели за одной партой, выросли, женились и купили квартиры в одном доме на одной площадке на третьем этаже. Абсолютно одинаковые квартиры. Изя более предприимчивый, уже сделал ремонт в квартире, поклеил обои, все, обставился. И Фима от него немножечко отстает, еще только собирается клеить зал. Заходит к Изе Фима и спрашивает: «Изенька, ты такой молодец, как всегда, самый предприимчивый, самый быстрый. Сколько ты трубок обоев купил для того, чтобы поклеить зал?» 12 трубок обоев, отвечает Изя. Фима говорит: «Все хорошо», покупает 12 трубок обоев, клеит зал. И у него остается 6 трубок. Он возвращается к Изе и говорит: «Изенька, ты мне сказал купить 12 трубок обоев, я поклеил зал, и у меня еще 6 осталось». Изя говорит: «Ну, все правильно, у меня тоже 6 осталось».